Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, сердечно поздравляю вас со священным для нашего народа праздником Днем Победы. Благодаря вашему подвигу на полях сражений, героизму, желанию не дать врагу ни пяди родной земли, мы уже в 75-й раз встречаем май под мирным небом. Дорогие труженики тыла, ваш героический труд в тяжелейших условиях военного времени значительно приблизил День Победы. Уважаемые ветераны, каждый из нас искренне дорожит общение с вами. Ваши воспоминания о военном времени, послевоенном восстановлении страны бесценны. В своих сердцах мы храним память о фронтовиках, которых уже нет с нами. Сегодня, 9 мая, в 19 часов мы отдадим дань памяти погибшим в годы войны общенациональной минуты молчания. Никто не забыт и ничто не забыт. Дорогие земляки, наша почетная обязанность – сохранить историческую память, не дать переписать историю Великой Отечественной войны. Это история каждой семьи в Костромской области, в которой обязательно кто-то воевал или своим трудом ковал победу в тылу. Дорогие юноши и девушки, посмотрите 9 мая несколько советских фильмов о войне. Они сражались за Родину, а зори здесь тихие, в бой идут одни старики, горячий снег. Так вы лучше узнаете, через какие испытания прошли наши прадеды, прабабушки, как сражались за нашу с вами жизнь. Дорогие наши ветераны, низкий поклон вам за ваше мужество, героизм, отвагу. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, забот о родных и близких, счастья и благополучия.